непростой матч был. Вот, ну, слава богу, что долетело до победы. Готовимся к завтрашней игре. Такой счет, как можете объяснить? Много голов сегодня. То как объяснить? Сложно объяснить. Хорошо начали первый период, во втором как бы немножко поусилили игры. Дали сопернику забить голы. Они сравняли счет, но опять же повторюсь, вовремя забили и довели дело. Была сделана ставка на активное начало? Мы старались играть всю игру активно, просто не получилось вот во втором периоде. Немного отошли от своей игры. Просто, знаете, что показалось со стороны, что в оборону начали уходить. И немного вот эту нить игры в атаке стали терять. Правильно? Ну, соперник тоже добавил. Как бы, благодаря сопернику так получилось, что, опять же, повторюсь, как бы старались играть свою игру, но немножко выпустили вот во втором периоде чуть. Я просто, знаете, к чему? Ну, плей-офф — это же игра от обороны в основном. И тут 3-0 ведете, и логично было в оборону уйти. Было такое тренерское указание? Построже сыграть не было? Ну, вообще, с начала игры, до конца игры построже играть. Указания какого не было, что уходить в ворону при счете 3-0. При счете 4-4, когда там Налимова расстреливали в упор, сердце у вас не дрогнуло, что 5-4 может счет стать? Слушайте, я даже не знаю, как отвечать на такие вопросы.